Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Калининградскую область. Программа трехдневного визита первосвятителя очень насыщенная. Посещение храмов, богослужение и освящение памятника святому князю Александру Невскому. По прибытии в Калининград представитель Русской Церкви посетил Кафедральный собор Христа Спасителя. Его святейшество принес в главный храм города одну из главных святынь Крыма – ковчег с частицей мощей святителя Луки Воина Исинецкого. Галина Ледвина с подробностями. Согласно русской традиции, его святейшество встречали хлебом с солью. Предстоятель Русской Церкви прибыл в Калининград с частицей мощей святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского. Кортеж со святыни отправился в Кафедральный собор Калининграда. Собор Христа Спасителя – пятиглавый, златоглавый, белокаменный, самый большой в Калининградской области. У его ворот святыню встречали епископ Черняховский и Славский Николай, священнослужители и миряне митрополии. Ковчег был установлен в центре храма. У честных мощей святейший патриарх Кирилл совершил славление и молитву святителю Луке. «Всем нам подай дар, коим мужда благоприлпотребен, и все же к жизни времени, и к вечному спасению полезное. Городов наших утверждения, земли плодоносия, от глады и пагубы избавления». В богослужении участвовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сон духовенства Калининградской митрополии. В храме присутствовали первые лица области, молились организаторы принесения святыни. Несмотря на будний день, встретить ковчег и помолиться вместе со святейшим патриархом пришли сотни калининградцев. «Радуюсь тому, что имел возможность принести сюда великую святыню земли нашей, частицу мощей святителя Луки, который, будучи врачом в его земной жизни, очень многих спасал от смерти, был выдающимся хирургом, замечательным ученым и человеком глубокой веры». Его святейшество отметило, что перед святыней помолились сотни тысяч людей, прося о здравии и исцелении от тяжелых болезней. «Святые мощи святителя Луки путешествует по нашей стране, собирает тысячи и тысячи и тысячи людей. И народ идет не случайно, потому что приносит к всему угоднику Божию свои мольбы об исцелении недугов личных и своих родных, близких. И святой угодник по мере нашей веры отвечает нам и приносит исцеление душевное и телесное». Калининград имеет особое значение для предстоятеля. В сане митрополита он возглавлял Калининградскую епархию, в которой прежде не было никакой духовной и религиозной жизни. Но при нем были рукоположены сотни священников, устроены десятки храмов и воскресные школы. Его святейшество выразило особую радость в связи с возможностью посетить Кафедральный собор, увидеть его после всех работ, которые начались в 1996 году и завершились только в нынешнем.